Доброе утро! Здравы будьте, люди добрые! Здравия, дорогие родичи! Сегодня нам с вами предстоит удивительное, увлекательное путешествие в этнокультурный центр «Колосвет», который находится в деревне Поповка Можайского района. Мы поедем с вами на автобусе, но до автобуса еще нужно добраться. Поэтому весь свой путь движения до автобуса я буду сопровождать краткими видеосюжетами и пояснениями. Автобус нас будет ждать напротив панорамы «Бородинская битва», которая находится на Кутузовском проспекте. Это у нас станция метро «Парк Победы». Она находится на синей ветке. Ветка Арбатско-Покровская, которая на схеме метро обозначена под цифрой 3. В основном все люди будут ехать из центра, поэтому если едем из центра на метро, то мы должны сесть в третий вагон от головы поезда в сторону Парка Победы. Ну, в дальнейшем я весь свой рассказ буду сопровождать видеосюжетами. Друзья, подошел у нас поезд метро, и, как я сказал, мы садимся в третий вагон от головы поезда из центра и едем до метро «Парк Победы». Дорогие родичи, ну вот мы с вами на метро приехали до станции «Парк Победы». Вышли из третьего вагона от головы поезда и, буквально сделав несколько шагов, повернув направо, мы оказываемся перед лестницей вестибюльной. Поднимаемся по этой лестнице наверх. Вот, пройдя этот небольшой отрезочек, вестибюль-переход, мы спускаемся по такой же лестнице. И мы находимся тоже на станции Победы, у которой всего один выход. Мы, спустившись с лестницы, поворачиваем направо. И, повернув направо, мы идем в сторону эскалатора. Выход здесь на поверхность один, поэтому вы не ошибетесь. Вот мы с вами подошли к эскалатору. Смотрим на табло. У нас написано «Кутузовский проспект». Выход. Парк Победы, площадь Победы. Ну вот мы по этому единственному эскалатору и поднимаемся наверх, чтобы выйти на улицу. Поднимаемся на эскалаторе наверх. К слову сказать, это одна из самых глубоких станций залегания. Парк Победы под землей находится. Поэтому эскалатор достаточно длинный. Один из самых длинных в московском метро. И вот мы по нему поднимаемся наверх. Ну вот мы поднялись на эскалаторе наверх от метро станции Победы, Парк Победы. И теперь мы идем в сторону выхода. Нам нужно будет подняться еще по одному небольшому эскалатору. К нему мы сейчас направляемся. Вот мы приближаемся к этому небольшому эскалатору. По нему поднимаемся буквально 10 метров. Вот перед нами вы видите табло, на котором указано, что перед нами музей «Панорама Бородинская битва». Перед нами турникеты, которые мы сейчас преодолеем. Мы проходим эти турникеты,
Вот ты по левой стороне. Мы идем по подземной части этого вестибюля. Идем по подземной части. Мы поднимаемся по небольшой такой двойной лесенке. Указатели здесь есть, Кутузовский проспект, никто не заблудится. Вот, подходим к стеклянной двери выхода из перехода подземного. Подойдя к этим стеклянным дверям выхода из подземного перехода, написано «выходы», мы выходим из этих стеклянных дверей и тут же поворачиваем. Вот перед нами лестница для выхода на поверхность, на Кутузовский проспект. По этой лестнице мы поднимаемся на улицу. Мы с вами поднялись на поверхность из метро. Перед нами такая живописная картина. С левой стороны жилые дома, с правой стороны Кутузовский проспект. Мы выйдем с вами движение из центра в сторону области. Прямо перед нами находится знаменитая Триумфальная арка, посвященная победе наших доблестных войск в войне 1812 года с Наполеоном. И мы теперь с вами, выйдя из метро, движемся в направлении этой арки. Вот нам осталось пройти не более, пожалуй, 200 метров до панорамы Бородинская битва. Она перед нами прямо по курсу, никуда не нужно сворачивать. Вот мы идем, наслаждаемся прекрасным утром. Вот мы продолжаем движение, дорогие друзья. Подходим к углу жилого крайнего дома по адресу Площадь Победы. Вот вы видите вывеску, дом 2, корпус 1. Все, это крайний дом перед панорамой. Дальше домов нет. Мы практически пришли. Вот перед нами знаменитое здание, такое круглое, панорамы Бородинская битва. Вот. А прямо по курсу вот мы видим уже одинокая такая пассажирка стоит перед площадкой для посадки на автобус. Вот как раз в этом месте должен стоять наш автобус. Вот мы с вами практически прибыли на место. Ну, дорогие друзья, мы с вами прибыли на место посадки в наш автобус. Сейчас немножко нужно подождать, он подойдет. Вот как раз эта площадка находится перед зданием панорамы Бородинская битва. Крупным планом вам показываю панораму. Вот. Дождемся нашего автобуса, своих родичей, друзей. Будем загружаться для дальнейшей поездки. Значит, общее время следования из
выходе из метро, из вагона метро на площади, на станции Парк Победы, до настоящего момента составило 17 минут. Вот не спеша, поясняя путь движения, мы с вами за 17 минут добрались до места посадки. Дорогие друзья, ну вот мы с вами находимся на посадочной площадке, откуда нас автобус повезет в этнокультурный центр «Колосвет». Мы прибыли одними из самых первых, поэтому вот мы пока ждем автобуса. Вот наши родичи уже первые подъехали. Вот, нам предстоит увлекательное путешествие, потому что сказка начнется уже в автобусе. Наш знаменитый кот Баюн поведает нам много интересного, и поэтому, я думаю, поездка пройдет незаметно и будет для всех познавательно и увлекательно. Дорогие друзья, ну вот подошел наш автобус, мы начинаем загружаться. Вот, все счастливые, довольные, в предвкушении праздника. Мы начинаем с посадку в наш автобус. И мы с вами едем в наше 39-е царство, 39-е государство. Есть кто едет первый раз? Поднимите руки. Ну, фактически, если идти пешком 30 километров по болотам, зря смеетесь.